Работу. Всем привет. Мы пишем 70. Челочки, там и господа, всем привет. Да. Сырная машина, прибудет через час, она пишет еще. Ладно. На диване. С мужичками там толстенькими, с кроватью. С мужичком. Ну так он там машина не приехала еще, нет? Ну как видишь, нет. Что ты делал? Блять, у него сразу появится действие сесть в машину автоматически. Я не знал. Вот надо было спать на кровати все-таки, блядь, это нихуя не понимает. Что он смотрит? Че он сидит? Я не знаю, что он сидит. Нечего смотреть. Нет, смотри. Что? Что? Я хочу на это посмотреть. Так он сейчас ночью будет работать еще? Да, он теперь ночью работает вместо днем. Mm-hmm. Сейчас машина такая подъезжает на работу. Пачкается, блядь, слышь? Да похуй. Че значит похуй? С машины приедет, он грязный, как говно, и все. Так. Мойся! Подструился! Подструился, сука. Быстрее. Почисти. Где машина? Ты сказали, через час прошло два. Не важно. Может, ему надо самому ехать? Сначала нет? Через день. Может, он уже опоздал? Знаешь, мне кажется, мы проебали работу свою. Да? Ну, едь тогда по этому. Подожди, конкурсу. Сосед, гляну. Едь. Подожди. Где у нас? Подожди, это что за звездочка с мужиком? Подожди, это с толстячками, с мужичком. Что где хочешь? Работа наша? Может, вот это как раз и есть работа? Нет. Вот это вот. Алло. Да нет, отстань. А чё это тогда такое? На работу. Да чё это такое? Подожди. Бандит, слышишь? На работу где? Он сейчас мародером станет и все. Ну что? На рыбу дракона. А, иди ищи рыбу дракона, заебал. Сейчас пойдем на рыбу дракона искать. Вон работа. Где? Справа, снизу. Да это не эта работа, идет в кинотеатр. А. Пристанище преступников. Работать. Сейчас не ваше рабочее время, приходите через 23 часа. Я, походу, опоздал на работу. Хули ты спишь-то опять? Такой мы помылся или что, не понимаю? Вон, да. Пойдем, нам нужно рыбу дракона искать, реально. Ищи. А, она, скорее всего, помнит. Что это за мужик вот это вот, снизу сейчас? Снизу, вот это что? Тяну участок, я не знаю, там какая-то звезда живет. Музыкальное представление. Да, вот охуеть просто. А как звездой стать? Ну вот, будешь писателем, например, будешь звездой. Что ты делаешь? Ну короче, ладно. Где рыбу наловить? Тут. Рыба дракон. Даже не помню, куда выглядит, по-моему, красный. Мы так и найдем. Типа рыба не плавает, что ли, вообще? И что? Заебись. Где вся рыба-то? Да. Так она появляется, по-моему, когда ты уже приезжаешь. Она всегда есть. Ну пофиг уже. Что еще пофиг-то, а рыбу-то? Ладно, давай телочку позвоним. Хм. В такое время. С мужичками там. Блин. Ну уж совсем хуево смотрю. Че он лежит-то? Я не знаю, любит валяться у нас. Лежебока просто пиздец, нахуй. Вам не кажется? Да какой поздно, давай хоть поболтаем тогда, я не знаю. Я соскучился тебе. Что заебал. Ладно. Я даже забыл, что они ебались во сне. Я вот на работу сегодня пришел, вот пиздец. Страшный денек, что? У нас сейчас выходные, кстати, что будем делать на выходные? Блять, надо всю свалку выкинуть нахуй. Вот это сейчас получится. С удовольствием. Давай, пизду, убирай всю эту хуйню. Что сейчас там? Ничего за это дается ему. Да ничего, блядь, хули участок засирается. Что, котенок? Котенок! Котенок! Прогнать. Привязанность, уход. Какого хуя? Стой! На какого хуй? Что? Отправляется домой. Нет! Я хотел ее... Нет! Пидор! Второй раз. Ну так нечестно. Согласен. Блин, надо будет обращать внимание на животных, они, оказывается, на крыльцо приходят. Мой котенок. Так что, а университет, он не хочет быть бандитом в университете? Ну, может, сначала, не знаю. Согреться. Согрейся. С мужичками там, в кроватке. С толстячком. Он промок, как сука. Ты можешь ему купить телек сейчас? А, да, 6000. И он не нужен, что ты делаешь-то? Ты письмо ли он отправил? Я счета оплатил. Отправь письмо этой любовной, не знаю. Давай. Блин, этой? Совсем съехал уже. А, у них уже все отношения пошли вон, влево. Я говорю. Нет.
Ты сколько писем-то? Ну, дохуя, что нормально, чё бы. Плюс 150? За что? Ну, короче, сейчас будешь знакомиться. У нас уже 3-3-400, чё можно, хуйня. Ты заебал стрихнуть. Слушай, чё он лежебок такой, а? Ты ему потому что качество всякие навязал. Короче, жри. Подожди, где посмотреть его качество? У него есть дневник. Что за хуйня? Что за хуйня? Ну и что он там помнит? Повышение. Очень предмет мойка, он-то, блядь, запомнил. Господи. Конечно. Кто это считает, кто этим пользуется? Вот, качество, потому что у него качество. А, ну, тут нормально. Хули он 75 ты хочет? Ладно. Что делать бы? Жрать. Да это не когда поспит. Что? Симфест. Да, вот Симфест все, наверное, мечтал сходить. Оладьи. Приготовь, пожалуйста. Пускай посмотрим. А, кстати, если купить крутую кровать, буду здесь будет быстрее набираться. Да? Да. А эти кажется, надо купить не телек. Продай одну кровать. Давай вообще все лишнее продадим, блядь. Там никуда не нужно. Да, вот точно. Половину. Кровать нам нахуй, не нужна. Нахуй. Нахуй. Нахуй нам. Че, пусть будет пустая комната, потом сделаем там крутую какую-нибудь комнату. Стул нужен один. Торшер пускай будет. Не, ну стул пусть будет два. Да, пускай будет это. Да. Так, комната. Кровать надо посмотреть, сколько стоит. Диван. Диван, отлично. Сладкий сон. Отличные картиночки. А чем вот эти вот знаки, что означают? Ну, типа из дополнений всяких. Тут пишешь, сколько она прибавляет. Бодрость 4, расслабление 3. А если мы посмотрим в конец, бодрость 10, расслабление 3. То есть видишь, ну, еще... подожди, вот это посмотри, самую дорогую, не знаю. Или смысла нет, чего у меня там? 7-4. О! Она пиздатая. Да ладно, давай купим. Ну, продай это старый. Вот нет, поставь. Давай сначала продадим старый, может там хватит подороже, она еще круче. 7. Да не надо, слышь. Ну, возьми эту и все. Ладно, хорошо. Поставь ее нормально. Давай. Посыпайся. Сколько дрыхнуть будешь? Да, попробуй на новой кровати поспать, мужик. Иди. Давай, иди, меняй кровать. Ты заебал ты кровать меня. Ну-ка, бодрость. Во! Во! Вот это нахуй. Теперь это пустая комната. Не важно. Мне не уютненько теперь. Ну иди ссы, сри там, я не знаю, и жри. Иди нахуй. Так он хочет, он на осенний фест. Да он что-то только не хочет. Получить прибавку. О, прибавку зарплате у нас по-любому когда-нибудь. Так, что, вот гиен нормально? Пожрать. Жри. Надо поспать. Макароны с макароном. Макарончики. Я пришел, ты ушла, я нашел, ты нашла. Мариуполь. Макарончики? Угу. Макарон. Чикарон. Хорошо, что убирает за собой. Надо бы потом накопить на пластическую операцию, сделать им нормальную внешность. Да? Ну, когда-нибудь. Когда-нибудь. Что, он опять-то спать хочет? Стой! Что, он тупой, что ли? Про кровать-то хотел подумать. Хм. Ну, ему похуй, все равно хочет спать. У него бодрость, блядь. Может, я это что-то хуйня. Вот как на него вести? Вот как? Объясни мне просто. Так а что, он все это... Зловещая полнолуние. Пойдем рыбу ловить, реально. Пойдем. Или что тут? Осенний фестиваль нужно. Пойдем на зловещий осенний фестиваль. Мы не успеем, скорее всего, он до 9. Хотя, может, он быстро доедет. Как всегда, под конец сейчас, как он любит. Что он стоит? Не знаю, ему обстоять было полчаса. О, с ним опять дешь поедет. Во! Какой нахуенный. Быстрей! Я хочу на праздник! Ну, опять что-то впечатление. Рутина работа. Что? Какого хуя сейчас? Он работает, давай. Во! Уже похож на какого-то бандит хотя бы. Мародер. Вот книга. Мародерчик. Ага. Похож на бандита. Может, ты не шаришь. Стоп. О, познакомься с ней, Он еще звезда. Она еще звезда. У нас, кстати, в коллегах, может быть, есть. Есть. Стоп, там что-то копится, слышь? Она всегда копится. Просто когда что-то выполняешь, она еще сразу дохуя копится. Угу. Собрать фестивальные билеты. Их нет, он уже кончился.
Раскрасить лицо. Нет, он бандит. Не то, что так, он так сказал, он бандит. Какая-то там, слышишь, что-то фотография как-то есть. Какая тебе, что? Ну, в эту, в желаниях. А, создать фотографию для поздравительного открытия. Нет. А не знаю, как это делать. Ну что, сколько мы получим сегодня? Все деньги на кровать тратим, на счет постоянно. Блин, вот с этой тёлкой сейчас он выйдет, надеюсь, она не уйдет. Понятно. Чё, все равно, 192? Не повысили его сегодня. Не, ну логично, каждый день повышать не могут. Что? Нет, спасибо. Господи, что за хуйня происходит, идиот? Что? А, это его официальный костюм. Или неофициальный там какой-то костюм. Я его сделал в Нео из Матрицы. Я, он на Гото похож. Но на Нео похож, не надо. Ну, через мусорные баки насквозь, все правильно. Сейчас он на этом байке, да, поедет? Сейчас для фаунейла можно с ним, надо снять. Ты допустишь потом. Хуенно. Ну это ж хуенно, реально. Я, кстати, по-моему, можно перекрасить. Сузи. Не, надо было назвать, как, не знаю. Я Хонда. Я Махонда. Ямахонда. Вот это намного смешнее. Не подходит именно под описание. Хондяха. Хондяха? Каваёба. Ой. Че, он опять спать хочет? Ну там в почте что-то есть. Персонаж Фермагио получает по почте письмо от персонажа. Он гласит, ты хороший, но мне очень. Хейли Сумари, это кто? Это она. Ну, просто. Все хуево, короче, ясно. Динамит его, как всегда. Понеслась, да? Ну будем смс-ками не хотят. Надо будет мутить с той, которая с ним работает. Ее нету в этом списке, но потом не поймал. Когда... Поздно, ладно. Иди нахуй. Смотри, что ты засрался. Вообще враги теперь. Не может. Я сделаю все очень хорошо. А, можно фотку сказать. Чей? Кухня отправься, я не знаю. Смотри, у меня заебенная ручка на холодильнике. Не понравится, думаю. Не понравилось. Воняет, как сука. Давай мойте. Строю. Мойся, блять, заебал. Питание опять жрать, да сука. Да он, о, я тебе говорил, ну тут вообще. Планшет поиграю. На ночь. А, с утра уже. Ну спать хочет уже. Коль, а я уровень 3. Ау. Оторванулся. У него сейчас выходной или? Да. Через 2 дня на работу. Учить новый рецепт. Это надо книжки покупать кулинарные, по-моему. Как все сложно. Что там готовит? Он сейчас сожрет один раз, а потом все стухнет. И такого хрена он готовит, если он уже поел. Понятно. Холодильник-то убери. Пусть лежит. Убрать. Бля. Приготовил, отправил в говно. Так, ладно, спи. Он запалил. Чё-то, подожди, чё у него там с едой плохое? 58 минут. Ну, он траванулся, походу. Выброшенная еда. Сырая еда. Ну, потому что, блядь, готовит потом. Хуёет. Опять он о книгах думает. Чё-то не особо, на самом деле. Быстрее, но... Не сразу написано, бодрость там, плюс что-то там. Когда там зима, кстати, будет? Через 4 дня. Mm-hmm. 10 дней, получается, кстати, примерно. Осень. Ну, в реале точно так же. А взрослым он там когда станет? Ой, не скоро, я ему поставил, что не скоро будет. Где у нас? Еще 29 дней. Настройка сейчас точно на максимум стоит, или он не сохранил? Настройки сейчас посмотрю. Mm-hmm. Не сохранил. А, сохранил. Что? Не сохранил. Так это стоишь, ты что, дурак, что ли? Потом можно вернуть, господи. Вот, 311 дней. Да нафига стареть, это не круто. Он потом не сможет что-то делать или еще что-нибудь. Ну это уж слишком 311 дней. Ладно. У нас много серий будет, правильно, ребятки, правильно? Мне кажется, они, кстати, быстро очень обгонят смешновки даже уже, ну ладно. Ну да, кстати, ну это не важно. У нас сейчас там семья будет, все дети, школа. Да, фигня, все дети, школа.
садик. Потом спит, если будет с ним максимум. Настроение плюс 20, еще настроение дает. Сейчас он еще выздоровеет, будет заебись. Так, ладно, пожи. На рыбалку. Спасы и... На рыбалку? А, да, точно. У него режим нарушен к хуям. Хуй не пожал, там просто приготовить решил. Тупой какой-то. Не говорю. А потом еда тухнет, он удивляется еще. Пускай поиграет, потом поживет. Не стухнет, наверное. За такое-то время. Вон ему уже съебало играть. Давай. Че там, куда сейчас? Да я не знаю, думай. Че там, опять листья убрать хочется? Ну он все, что хочешь, хочет. Ну смести. Давай. Что, выбросить? Планшет. Опять свои... Ну хрен, он взял свою, да, эту. Ну и ладно, это называется... Это не совсем сгребать листок, по-моему, чувак. Вон сгребать было. А, да. Бля, представь такая картина, сука. Вот это вот, это безысходность. Смотри, сейчас снизу так вверх, на фоне дерева его сфоткать. Да-да-да. Такой год просто стоит еще, ну ладно. Ну? Ну, тут подни хоть. Бачить. Смотреть, хотя просто есть тут... Бачить, мне нравится. Ну, рыбачить, не знаю. Не, ну, в принципе, можно... Подожди. Ладно. Ладно, подождем. Ему уже надо знакомиться с кем-нибудь, блин, чтобы девушка была. Со своей девушкой заебал, я не буду двумя симами управлять, все равно отстать. Не будешь? Да, ну, это тяжело. Один потом... постоянно спит и ест. Потом там всякие дети, все такое. Угу. Вообще, когда чтоб я повесился. Господи. Гениально просто. А мне кажется, ли серия? Длинноватая. Да. Неважно. О, рыба. Короче. Короче, что подожди, он... подожди. Что? Вот, а вот так что мы ловим рыбу. Медуза, хуюза там, все дела. Что там у него, слышишь, за желание появилось? Поймать 10 медуз, да? Ну да, морская звезда. Поиграть в кучу 10. Да пускай тоже, да. А, приготовить Анжели желе? Что это? Что он? Садоводство? Нет. Устроить костюмерную вечеринку? Нет. Согреться? Да иди нахуй. Ты не умеешь его готовить. Ой, это надо покупать, ну нахуй. Поймаете рыбу весом? Да, поймаешь, ага. Готовить арахиса нет у меня. Все, все равно желание всегда. До утра рыбачил прям. И даже пока он не захочет что-нибудь делать и не захочет уйти. Он сейчас помыться захочет. А у него когда, сколько еще выходных-то? Это последний получается. Завтра на работу. На работу? Сейчас весь день проспит. Уже уровень 5. Уже заебись. Он спать уже захотел. Ну, сопли что ли, что? Бактерии. Зато у него на максимум индикатор настроения. Грустная кожа, что? Что на коже? Грустная кожа какая-то была, что-то какой-нибудь. О, он поймал что-то, исполнил желание. О, у нас уже 5 кусков. Так, давай будем смотреть с конца. Бесплатное отвлечение нахуй, узнаете характер тоже не надо. Все... Да. Завсегда тайна. Кто не хочет заниматься чем угодно, кроме работы, не получать. Понятно. Ваш разговор в офисе чрезвычайно эффективно, коллеги вас бушевничают. Где не будут писать внимание на то, что вы ведете неприлично. Лукачи хорошо играют такие игры, как дартс. Во! Хотя нет. Каждая ваша вечеринка будет охуенной. Ваше тело изменится так быстро, чтобы не успеть вынуть глазом. Позволяет изменить предпочтение персонажа. Профессиональный предатель. Получить преимущество перед другими самым соревнованием. Это хуйня. Проигрывать что-то меньшие деньги, быстрая уборка. Все, чаевые. Короче, пока хуйня, копим дальше. Ну иди. Только сначала, пидор такой. Ты у нас рыбу продашь, понял? Вот, блин, надо запомнить этот пруд.
Вот где он находится. Где он находится? Лучше думаешь? Там круче, да. Где магазин? Где магазин? Купить собственность. Посетить. Блять, где рыбу продавать? Я все время забываю. Где нахуй, 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 нахуй. Где рыбу продавать? Там? Не уверен. А, это комиссионка. Подожди, какая комиссионка? Блять, я вот было имя персонажа имя. Парикмахер, что ли? Парки, парки, парки. Работа, недвижимость, дома, личная жизнь. Да где, блядь? Общественное заведение. Вон там, где ценник нет, там нет, не то. А, это то же самое. Вот. Продуктовый магазин. Продать рыбу за 280. Вот часа на работу сходили. Что он, на чем он ездит, а? А, у него еще любимый цвет розовый, в принципе, так что... Да, так я и говорю, я же из-за этого. Точно. Да, вот лошадь мы тебе, конечно, да, да, дикая лошадь. Нихуй тебе. Вообще твои желания. Осень 1 градус. Бодрость да. Вообще красная. Ему зимняя одежда нужна или у него есть она? Дрыхнуть. Так, ну мы как бы... Ну сейчас работа будет, да? Да, кстати. Ну ночью. До конца поспи. Через. А как хорошо он отработает, вы узнаете в следующей серии, дорогие наши. Кстати, да.